Меня пугает зима. Революционного настроя недостаточно для поддержания боеспособности. Нужна еще теплая обувь. На подходах к городу меня поразило. Сколько вокруг свежих могил и крестов. Это русские. Их убили мы. Разве это не братоубийство? Из Москвы прислали оружие и провиант. Аж от сердца отлегло. Мы-то знаем, что товарищи... Comrades, the volunteer forces occupy several strongholds within the city. Our prior... Держи! Вот тебе патроны! Хватай патроны! Вот патроны тебе! Патроны, налетай! Вот патроны, это тебе! Пошли! Вот патроны, держи! Боеприпасы! Thank you.
патроны! Держи! Вот патроны тебе! Боеприпасы, это тебе! Вот, спасибо! Дай патроны! Боеприпасы, это тебе! Патроны! Налетай! Держи! Вот тебе патроны!
боеприпасы! Бери! Вот патроны, это тебе! Вот патроны тебе! Вот патроны, это тебе! Благодарю! Пошли! Держи патроны! Патроны тебе!
захватим цель! Вот патроны! Держи! Патроны! Налетай! Патроны! Вот патроны, это тебе! Меня ранили! Нужна помощь! Боеприпасы, это тебе! Пора выступать. Боеприпасы, это тебе. Пора выступать! Держи патроны! Вот патроны! Держи! We have won the battle, comrades! The criminals and imperialist old guard who tried to strangle our ideals are no more. Thank Lenin for his wisdom. Losing Tsaritsyn to the Red Army was a catastrophic blow to the anti-revolutionary forces. The momentum the White Guard had gained in the south was now at an end. They began to lose the support of many previously loyal factions who ultimately had no desire to reinstate a Tsarist regime. With their ranks thinned, the Whites' attempt to take Moscow ended in failure, and their armies were forced to retreat to the Crimean Peninsula. Though the rear guard held out long enough to ensure the evacuation of 150,000 soldiers and civilians by sea, General Wrangel's forces were ultimately defeated here. The Red Army now controlled all of Russia, and the civil war ended in November 1920.